Тебя подкатывался под него Шабанов. Гол Белоусов. Белоусов. Пятый матч подряд. Сибирь реализует большинство. Ну что же, хорошее начало для новосибирцев. Не сразу, но все-таки забросили. Они в большинстве. 2-1. Спокойненько, без паники. Расставились, начали розыгрыш. И прошла передача на пятак. Белоусов бросил и попал прямо там под штангу. Фукали не успел правильно среагировать под это.